сарачаны попросили нас посмотреть площадку, где будет проходить тест-драйв Шерпа. Так что кто записывался в группе Шерп Тим на тест-драйв, милости просим, мы тоже будем там присутствовать. Площадка в таком живописном месте, шикарные фоны, вот есть реберная, вот там жаберная, вот там в озере жаберная, тут реберная. Значит, у нас получается что? У нас получается вот эта вот площадка, нам ее дают под размещение там шатров, прочего. Вот эта площадка. Вот как раз озеро, куда мы сейчас и попробуем спуститься. Тут кто у нас? Рыбаки ловят что-то, да? Рыбаки ловят, да. Все, дави, все подряд. Это браконьеры. Браконьеры? Да. Пока мы не проваливаемся. Ну, кстати, есть еще время, подтает. Сейчас посмотрим, где это можно осуществить здесь. Наверное, вот здесь вот даже. Сейчас попробуем. Мы без проблем заехали, но впечатление, конечно, приличное такое. Камера не передает этого уклона, но уклон есть. Я так понимаю, вот здесь можно будет тоже поездить, да? Это поле, то есть ни коловки, ничего такого. То есть покатать где-то на горочку заехать, отлично. Вот это поле тоже можно использовать для покатух. Вот тут есть горки какие-то там. Снега нормально здесь. Ну что ж, мы пока ищем, где же нам провалиться. Я думаю, найдем. Вот есть здесь русло. О, вон открытая вода, ребятки. Можно побаловаться, вот так подрифтить. Оп.
наш лед ломается, и это хорошо. Целая река в нашем распоряжении. Ломай не хочу. Ну что, признавайтесь. Вспотел? Вся жизнь промелькнула за одно мгновение. Скучно. Скучно. Давайте где-нибудь еще завалим сразу. Нашли лед, нашли его достаточно тонким, думают, за 3 дня он еще станет тоньше и будет вот такие вот моменты незабываемые для участников тест-драйва. Ну и что ж, приглашаю всех, кто подписался, записался на тест-драйв, ребят, буду рад вас всех видеть. Можно покурить и оправиться. Да, вытряхнуть все, что накопилось. Штани. Супер. Нашу малую авиацию. И чуть-чуть заснимем все это дело сверху. Сейчас мы вам это все покажем. Ну все, вот мы и полетели.
Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.